Вы сейчас заблокированы на этом канале? Это кто сделал? Хим, походу. Он всех банит сегодня целый день. Это что за зверь? Походу, Химт. Химт банит Денчик, ну вон. Угу. Опа. Конфликт. А вот Денчик и познакомился с Химтом. Бля, хотел забанить еще после такого сообщения Химта и сказать то, что он еще сам себя забанил. Да, понял, что меня впадло. Но в мафии тебе не поверили бы. Так а что он написал, я не вижу. Где у него ник? Непонятно. Так, блядь. Мы. Записывайте. Разбаньте меня нахер, что за фигня? Мы. Летим. Куда тебя разбанивают, ты, блядь, сидишь и играешь в PUBG? Сука. Типа, Мера такая? Да. Мера — это жена Аквамена. Опа. Кстати, я так и не посмотрел, блин. Допустим. Все, нужна нормальная разминочная. Да, тоже. Да, честь, той матч. Какие бабки? Нет бабок, я бедный студент. Химт. Ты ком, блядь, я думаю, что ты купил за 200 тысяч. Неважно. Есть, даже дороже, я думаю. Я тоже так думаю, но это неважно. Дочку? Я реально, мне... Химт, человеку без почек банишь, ты вообще зверь. Без почек. Блядь, мне еще что-то зависит, как он ебал. Прокрути его. Да при чем тут? Какао, какао. О, о, о. Ебаная песня. Лучше Battlefield 3. Не, это охуенно. Приятного аппетита, Игорь, дай модерку. Ты вот с этой помойки находишь, ты говорил. Есть какой. Так на Казахстан или туда, кандидат. Дальше? Я на Казахстан. Мы на три гаражики на краю зоны. Так, откуда ты знаешь, где зона будет? У меня радар. Блин, чувак быстрее меня падает, короче, я не хочу на Казахстан. Это стрим-снайпер. Мерфи, с тобой. Спасибо. А, вы Денчик тоже за миром, да? Я понял, я тогда на дорогу. Не-не-не, я разворачиваюсь. Блин. Ну, разворачиваюсь, летел, отлично. Ой, я чё сделал? Я, так, у лампы в казарме чувак и на центральной. Я думал, что этот чувак быстрее меня сюда вводит. Я поэтому и сворачивал. Так, со мной ты заебись, но у меня оружия нет. В моей свой? Я снизу, да. Тут никого больше. У лампы один? Ты траву кривил. Да, у меня... Да, я. Заргут. По власти качества. У тебя типа ничего нет? Я лучше. Окей. Вообще в казармах я никогда ничего не могу найти. Тут пиздец, как все плохо, вечно полутаю. Это как лутать высотки. Блять, мне еще not enough. Мервинка, ты один? Ну да. Я к тебе. Заехать хочешь? Да. Мервинг. Я фидить пошел. Кстати, оружия там нет. У меня есть оружие, у меня броник. У меня пистолет. Броник второй там нет, был. Нет, не броника, да, ни хрена. Данчик, ты находил? Не было? Нет. Вообще ни хрена. Ну, броник первый есть, если что, там где-то с правой стороны. С первой, по-моему, дверь. Ну вот, а ты молчал. Нет, ну я думал, что первый у тебя есть, но... Какао, какао. О-о-о. Это первый шлем у меня есть. Короче, ты вот, Игорь, на мне. Заводи. Это первый? Да. Я думал, с той стороны. Я иду. Ты в медовую идем? Ну там чел. Типа, у меня 30 патронов. Должно хватить. Думаю, все хватит надо. Спасибо за ресап, Скритрис. Спасибо за ресап.
Тут не лут, она, он убежал, походу. Или как обычно, байт. Сейчас с дробашом стоит, за дверью сидит. Или он кое-что выпил. Кто знает чего? Водяра. Ну они, походу, свалили туда дальше. Как лутаться на этом заводе? Где здесь каска была? Прям на входе каска. А, все. Ну еще тут есть. На круге, что ли? Я понял. Кругу. Но не фу. На втором тоже. Первая каска, да, где? Нет. Это... Да, прям передо мной, чё? Нахер с пляжа. Можешь дальше чем-нибудь пострелять, правильно? А еще один, еще один, еще один. И даю тебе пострелять, на. Блять, может... Может ты подвинешь, чтобы я зафиг? Я не знал. А я не знал. Чел за дальней этой казармой еще один. А как вы пропустили его или что? Какой дальний? Ну вот там, где я убил, там еще за ним еще один чел. Утром тоже чел. Дал поебалу ему. Че, пушить? Там тоже. Экстрим. Откуда? Откуда? Блять. Кстати. Да. Я лампа. Надо их? А, у нас в казарме уже. Меняемся? На первом. Бежит меня. Хорош. Так, не-не, там под окно нельзя подставляться сюда. Я поменяю X8 на X6, Мирм. Ну, у меня X4 только. Я не очень подстрекатель, но может вы нам поможете? Я иду. Мы делимся 2-2, как все профессионалы, чем вы не справитесь? Ну, такое. Я своих всех убил. Я не знаю, сколько игры патронов осталось, но думаю, немного. 4. А где люди? Есть инфа? А, тут тоже патронов было 20 молчи. Штук. Твою мать, ответи ко мне. Твою мать, блядь. Как упал? Выпрыгнул со второго этажа у вас. 2 хита у него. Зашел к вам в казарму. С какой стороны? С вашей. Подо мной 2 челика. Дверь не открыта, как он мог зайти? Чего? Ну, значит, казарме. Подошел к двери просто. А, окей. Дверь закрыта, если что, откроется он там, значит. А, ну я пойду посмотрю, если там дверь закрыта. А, он по мне дает. Вы уверены, что дверь близко? Я хилюсь пока. Да, я уверен, я вижу. Он, по-моему, вообще из вашей казармы стрелял. Игорь там, как он может стрелять из нашей казармы? Другая сторона, второй этаж. Там больше неоткуда было стрелять. Нельзя подняться со второго этажа, а не в моей казарме. В лампе казармы, на втором этаже, прям по тобой, с ебалом. Хилится. Ну я понимаю. Их там двое, еще про вектор был. Да. Короче, вы бы сказали, что вы среди? Прям на лестнице. Нокнул. Один коцанный лампа, убегает. У тебя на втором этаже нокнутый. У меня патронов нет ни хрена. На втором этаже коцанный. Я понял. Он поднялся. Живые есть? У меня 3 патрика. Он своего тиммейта поднимает. У меня 7 патриков. Где поднимает? В третьей казарме на втором этаже нокнутый. Блин, мы так, конечно, сидим хорошо тут. Я хае туда. О, его подняли, Игорёша! Чё, чё? Мимо хае. На втором этаже, да, видишь, что ли? Надо мной прям? Я ему хае закидываю. Я отвлекаю их с первого этажа. Если не попаду, чё? То земля это, пухом. Это твоя хае? Ёй-ёй-ёй. Где? Ты можешь найти в каком окне? Да они все сдохли, Игорь. Они сдохли, гранаты. Какао-какао. О-о-о, дайте пострелять, дайте плечиться. Так, почему я всех убил, лутаю не я? О, третий броник. Успел. Еще и третий броник, блять, мы спиздили. Сковородку. Ну, короче, тут патронов не было у них тоже. У меня 17 патронов. Я не знаю, кого. У них дохуя было патронов, и кто-то спылесосил. Пожалуйста. А кто спылесосил? Дайте патронов. Спылесосил один на калаш лично. И 5-й спылесосил. Икс 2 могу дать, если надо. Дайте сплечиться, слышите? Кто-то сплечиться, по факту. А, ничего, кроме калаша. На, аптеку дал. А есть пустые патроны какие-нибудь, я не знаю. Хоть что-то есть вообще у нас? Только для личного пользования. 17 патронов, это, короче, что-то какой-то рофл. Могу на калаш взять? Какие нужны? Пятерки. Там.
Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. О, теперь можно хоть зарядить. Блин, а была не темка там еще что-то. Ладно, фиг, ставлю. Скар. Скару. Опа. Скару. Ёптель, муптель. Пустой труп уже вообще обглоданный. Скару. Я скару. 116-м какой все? Я зажиму. Лига! Мутант есть, если надо кому. Я SLR дропнул. Не, мне не надо. О, Патрике. О, Патрике. О, худи в ангар, ебать, продано. Чё, здесь много следочков. Походу же здесь было убийство. И не одно. СЛР, говорю, надо кому? Да, давай. Круглым, с патронами. Прям внутри. Прям в круглом? Прям внутри? Угу. А прям бусты у кого-то есть? Ну, если появится, я бы взял. 19 бинтов, мои бусты. Ну, даже бинты я бы взял. Аптеку, аптеку тратить не хочется. Аптеку, я на мост пошла. А где в круглом? В центре где-то? Да, внутри прям. Так нам на другой мост, не? Вот прям где ты стоишь. Увеличенный магаз на СЛР приму. Лут, конечно, фееричный у нас. Но у меня кроме хила все есть. У меня кроме хила ничего нет. У меня хила нет. Забиваем лампу. Забираем хил. Не-не-не, я пошутил, 5 минутов. На правый мост идем или что? На правый мост идем или что? Нам. Нужно что-то автоматическое. Пистолет есть. Чайник. Мультиварка. О. Я пищуёк. А блин, вы? Человек тоже захотелось. На медовый точно кто-то подал? Мне кажется, Энчик пиздит. В смысле? Они же бежали в бокс, они из боксов нам потом стреляли, что ты рофлишь? Кто-то видел средства передвижения? Да. Вот где? Здесь мотак где-то стоит. На желтый? На синий? Собственно, что я требовалось доказать. Че, я искал, там мутант валяется, или что? То есть люди что падали требовал? На медовую и не взяли одного девайса? Ну он спустился. Нет, но он с левой стороны спустился потом к нам. Нас сейчас на крыше бы оставаться, конечно. А что, тачек нет, что ли? Понятно. Автопром у нас это плохо живет. Приму бинты 2 штука и буст 1 штука удар. Бля, бусты заебись тоже. У меня 0 хилов, 0 бустов. Или сейчас сожру аптечку, психану. 24 бинта имеется в наличии. Меняю бинты на аптечку. Какао, какао. О. Акции по разбану, Вадик, брат. Этого не советую, Вадик, разбанивать. Почему Вадик, если Вадик? Как угодно. Ну, потому что Вадик, это означает. А если длинная версия, то почему член? Могу X8 отдать кому-то. Могу X8 взять кому-то. И отдать X6. Я уже нашла X6. Ну, кому-то еще дальше. Блядь, не пистолеты в игре. Домой решили еще плутать бомжовски? Ну хули.
Ну, а у тебя хила много? Опа, у меня здесь все открыто. Опа, я рядом. Повод Опа. Взять ствол в руки. Я про автомат. А у меня тоже дверь открыта передо мной. Так мы перед этим одним и тем же. Я по-прежнему прошу бустик какой-нибудь. Я... Да, меня ну буст нету бустов. Все, все. Ну вот это бинты, бинты. Дамир, дай бинты, я тебе аптечку. Дамир? Дамир. Давайте, короче, я попробовал, я не умею писать личку. Отвечает слишком сложно. Боже, он играет, еще и успевает чат читать и в личку Вазику пытаться написать. Мерф, возьми. Ой, я еще бинты нашел. Давай, отсыпни 5 бинтов. 5? Х6 надо кому? Взял бы, если никому не надо. Так, аптечка раз. Надо кому еще аптечку одну? Да, давай. У тебя лишнее? Давай, мне. Не, я скинул, короче, лампа была первая. В районе моста... Вообще, я был первый. Будь помощь вообще на мосту. Я же тебя скинул. Я иду. Я иду. Я иду. А ты домики маленькие эти пощупал? Я щупаю. Далеко ищу. Тогда наш отряд зайдет. Там посередине. Если надо, срез освободился тогда. На все купи. Минус Денчик. Что случилось? Да, он что-то лагал, потом замолчал. Алло. В смысле? Я сервак поменял. А, там сервак залагал. Ребят, вы подходите? Да. Ой, секундочку, внимание. Ну, у нас, кстати, люди приплыть могут на берег какой-то. Разыгрывается вертикал. Мне надо. О, я выиграл. Лодка плывет. Лодка плывет. Насколько, где? Она, по-моему, на мосту плыла в новорядку. Точно. Че, Игорь, там есть люди? Не вижу пока никого. Блять, Мерф, ебал тебя в жопу. Да я ротик. Да. Таракан есть. Да, есть на центре моста. Я иду. Нет, под нами лодок нет, короче. Но она плыла. Кто? Ты, Игорь? Да, это дал чел. Так они прям в центре или где? Ну, типа того. Спасибо центру за это. Здесь? Где? В центре моста, что непонятно. Вот здесь вот, в центре моста. Там мотак проехал. Остановился около машины. Еще возьми. Машина едет прямо в мосту к вам. Да. Они вылезли ему. А как они мне приехали? Это они, наверное, есть. Не знаю, но они не стреляли, да, значит, скорее бежит, всего, они есть. Бежит по мосту к краю, ближе уже. Убирается Игорь. Они еще в одну тачку сели. Они тачки перегоняют, что ли? Сука, это нелегальный бизнес. Какао. Попал разок кого-то, там одного, не знаю. Тоже ЖЖ делает. Патрики, они встали? По-моему, да. Пиздец, как жалко. Короче, их надо брать. Заправ. Слышу миник, но их не вижу. В доме. На втором тоже точно есть. Трехэтажный рекоинд. Да. Сместись, та слева от меня там. Я его не вижу. На крышу тоже. Хорош. Лол, его нокнули откуда? Это разные типы. Почему-то они друг друга взяли на мосту? Что за мистика? У них были гонки. Мы можем подштурмовать этот дом? Или впадло? Я правее даю. Но у меня это open field. Надеюсь, кто-то меня поддерживает. Я поджимать упоры сейчас буду. На втором этаже одному дал. Там вышел чел наружу. Еще раз дал, два хита на втором этаже, типа. Снаружи нокнул одного. Под домом. На втором коцаны в дерьмо. Где еще один, я не знаю.
По мне откуда ты? А, выпрыгнул со второго этажа, выключил налево. Синенького здания маленького, вот это одноэтажного. Там он под меня... домом сигарит вроде, я не уверен. Ну я не знаю, куда он пошел, но он выпрыгнул со второго этажа. Ну по мне откуда ты со стороны дома, да? Тихо. Я до сих пор с миника. Они поднимают. Игорь, отойди, граната! С правой стороны, ой, с левой дал. Обратно забежал. Блин, не забежал. Зомби внутри на втором, на первом. Пизда нам. Так, а что это такое? Я понял. Вы не можете поднять? А, понял. Я пошел поднимать, но не добежал. Вторая разминочная, походу. Мятный дом. Мятный? Да. Угу. Вот этот на крыше. Один под забором. Крыса под забором, да? Угу. Блин, позиция у меня сказочная. Не, а почему вы... Ну, они же в четвером в этом доме были, не? И почему вы сказали, что по ним кто-то дает или что-то такое? Падало. Умерем, как, блядь, 250 патриков, сука. Ну, так попросил бы. Я же говорил, у меня все есть, кроме хила. То есть, когда я орал, у меня 17 патриков, вообще все было... Я понял. Надо орать не у меня 17 патриков, нужны патроны. И ждать добавлять еще... Хорошо, сук. О, зона сзади. По-моему, там нокнули кого-то вот на дороге, не? А, не. Там из-за OG. А, не, нокнули реально. Анжи, да. Анжи? Какао есть кого? О, 15 патрик. Зона жмется. Но я уже отсюда не ухожу. Значит, просто едут. Думаешь? Может, у них кончился бейсбол? А я могу просто уехать? А, так все, я сдох. Так и пушек. Да там был. Я заберу их с собой. Мне кажется, им уже кто-то пострелил без меня. Опа. Сильвернейм. Еще одну. Себя. Четко. Ну это про самолеты очень плохие. Очень плохие самолеты. Я вам точно говорю. Секунду. Синюю карточку надо забрать и синюю рубашку. Блин, там фамастка прикольная из синей карточки, а это... Угу. С кисой? Ну, я не помню. Ну, так синенький. Ну, короче, тематический. Но суть в том, то, что там 12, что ли, карточек нужно, а их хуй дают.
Опа, трюльбаны. Вот тут, блядь, нельзя отдавать. Надо вгрызаться. Нам пизда. Вообще, я посмотрел одну киберспортивную страту. Вот в таких самолетах работать. Называется Талберт плюс камешки 2-2. 3-2. Нет. Мы такси игры забирали. С кем? Это неинтересно. Потом ты проснулся, да? Мне интересно. Завтра на турике можно попробовать будет, вот, когда будете играть. Нет, там, там это в складах страта. Да, там 2-2 трудно будет поделиться. С кем-нибудь договоритесь там. Какао-какао? Ко-ко-ко-ко. Ко-ко-ко это другое, это петухи. Неважно. Рококо. Рока кенгуру, новая жизнь рока. Рока кенгуру, новая жизнь рока. Почему у меня плохое предчувствие? Оно у тебя каждую игру. Так у меня нет, почему? Я на своей, если что, подам. Мне кажется, у нас это небольшой резонанс. Все бегают как-то сами по себе. Как будто мы не команда. Это скидерман. Боже мой. Но это очень грубо. Я вот смотрю вниз и как-то это... Надо смотреть вперед, а не вниз. Я с Нексусом я уже попрощался. Меринг, у тебя в доме всего лишь трое. А у меня Скар. Давай. А, они убегают. Да, блять. Они на... у меня... Вон они побежали в этот... Не, не хочешь? Ладно, не хочешь, как хочешь. Иди в третий дом, ты чё, я тебя ещё ёбну. 3, 2. Там люди. Там люди. Вообще пошутил, но спасибо, что оставил. Такие шутки заканчиваются плохо. Потише можно? Нет. Чел по забору бежит. Ох ты! Хелп! Там ФАМАС погонит. У меня... Ладно, Меринг, я пытаюсь тебя вести. А он уже у меня в доме. О. Я дала ему ДМК. Иду, ребят. Помолчи. Почему помолчи? Ты там один. Да, конечно. Что? С арбалета. Краулил, сука. Не, предлагаю вот этого капитана больше не слушать. Прилетели, сдохли, там хоть поиграть удавалось. Да, не, нормально было, просто не прилетел. Беру все на себя. Да, мы можем просто ближе друг к другу падать, вот и все. Так мы были втроем в одном доме, грубо говоря. Там в другом проблем было. В другом доме? Нет лута. Да и лут вроде был. Ну, у меня не было, у меня другой был. Мне просто, я там мимо окна пробегал, и в ебасосину одна прилетела. Так надо было подорожник прокладывать. Там так прилетело, что у меня перс поскользнулся и упал. Ты капитан. Так, слушаем мой указ. Этот год выдался для нас... Летим на троечке. Я видел такие вот эти, ну, выборы в России уже, по-моему, когда вот что-то вроде меняется. Нет, выборы. Это абсолютно другая ситуация. Нет, просто один в один просто ситуация. Нет, нет, ты не понимаешь. Вот если потом... ты не понимаешь, то тебе в политике делать нехуй. Потом вы меняетесь обратно к 15-му. Нет, всё. Через 4 игры. А еще ты сдохнешь первый. Опа. Это заявка. Второй я. Отлично. Позитивнее надо быть. А вы что-то это. Так смешно, мы победим все равно. Когда-нибудь случится. Не, ну сейчас победно. Точно. Так, вот слева красные значки, то что там пинг, лаги, походу точно победно. Да это всегда при
Загрузки в самолет. Да. А если оно до сих пор? Поливай. Вот земля такая красивая. Блин, Данчик, можешь микрофон выключить? Ну ты слишком задуваешь, как я не знаю. Ну ты купить еще микрофон, но что-то это... Ой, ну да, компьютер за 200 тысяч купила, но микрофон... Купила же мне микрофон, да? А микрофон из Рошана до сих пор. Из Рошана? Кстати, самые крутые микрофоны — это Свен. Мистер. У тебя такой же? Со Свеном или из Рошана? Нет, нет, у меня на этих. На чем? На юточках? Да. Я вообще в студийный микрофон говорю, такой, как на сцене вот говорят. Окей. Так, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Мне нужен напарник. Два склада всего. Я а дальше ебите внизу. Как хотите. Со мной кто подойдет? Не, напарник на моей метке. Лампа, мы я с тобой, пом- да? Да. Окей. А что за метка? Давай, поехали, Мерлинг. Тяжелая ситуация. Ты падаешь в соседний дом слева. Я падаю в соседний дом справа. Не, я падаю на... Если ты упадешь в амбар, то ебал твой рот. Нет, я не падаю в амбар. Вот слева от нас два челика есть как раз. А у них шесть. Что, шесть? Их шесть? Их шесть. Лампа, ты ведь за мной зашла, да? Нет. Я в крайнем доме. Help! Игорь, я не пройду даже к себе. Метка вот для кого на карте стоит, я не понимаю. Капитан реально поставил. Так, ладно, мне нужен. Короче, лампа, если можешь его спасать, спасай. Если нет, то прячься. Да, я не могу, здесь везде люди как бы. А на амбар, ты говоришь, падали? Не-не, слева, слева от меня, чел. Убей его. Либо в доме, либо в следующем. О. А, вон он. Боже, он добал. Нихера себе, что он мутит. Походу нет оружия, он гранатами откидывается. Он в следующем доме, в третьем? Да, в следующем, в следующем доме. Я иду да, с тобой. Блядь. Или ты не идешь? Да блять. У меня, походу, туфли скользкие. У меня это первый сет, если надо. Игорёк, что случилось? Да, потому что первый сет. И тут начался киллстрик. У него там гранат пипец. Не понял. Ты у него в доме, что ли? Нет. Он в среднем доме у меня? Нет, игру он прямо напротив меня в доме. Ну, следующая трёшка. Переведите с языка Денчика, нихуя не понимаю. Следующая трёшка. Следующая двушка вот перед нами, Мерлин. Вот это. Угу. А, вон он! Убегает. За трёшку убежал. Бля, я смотрю, как ты лутаешь. Мне страшно. В смысле, я не лутал вообще этот дом. Так, он не один. Тут ещё есть. Вторая карта, что мне еще. Да, у меня она есть, как бы. Итак, вторая. Мне у тебя прицел есть хоть какой-нибудь? Голограф у тебя в доме был. Боже. Да. Сори. Так что, пойдем ты залутаешься? Там уже как бы все нафилили. Пора играть. Да не заебали филить. Метку им ставишь, они все равно филят. Они убежали в трех этажах. Да, они убежали, но кто-то еще стрелял отсюда, еще где-то человек тут есть. Возможно, он тоже уже убежал. Но он и Гришаева. И Павел Деревянко. Что вы здесь сегодня? Че они вели? Не знаю. Ну что-то вели. Точно. Спокойной ночи, малыши. Блин, ты реально лутаешься? Пошли пиздец. Какой лутаешься? Я делаю все адекватно, а не так, чтобы нафидить. Так вам надо нафидить. Ну вот. Со средней вроде. Ты что, дверь с собой не закрыл? О, простите. Под нами, запушил. Зашел подо мной в дверь. Да боже, как ты не умер? Попадай. Опа. Да, боже, 20 попаданием забей, умоляю. Ладно, все, сейчас на победу, вот сейчас.
Вот сейчас. Боже, у него видел, сколько у него хп осталось? Вот сейчас мы играем... 10%. Победу. Вот сейчас.